Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 ноября. Фёдор Студит. И день откровения богов по древнему славянскому календарю. Как интересно случилось. Фёдор Студит и на улице Студит. И до чего же сердитым был Фёдор в этот день, злясь на всех и вся без разбора, причины и повода. И какой бы тёплой ни выдавалась накануне погода, никого обольстить это кратковременное потепление не могло, ведь даже ребята малые и те знали, со дня Фёдора Студита станет зябко и сердито, потому что Фёдор не Федора, морозит без разбора. И пусть не смущает легковерных вставшее с утра солнышко, все равно на Федора стужа, что не час, то хуже. Как бы ни хотелось, о чем бы ни мечталось, ни к обеду, так вечером возьмут вверх Федоровы ветры, пронесутся по деревенским улицам голодными волками, разом дневное тепло из углов повыметут. Холодно на дворе, а в избе у теплой печки, да при большом горшке наваристых щей, никакой Федор Студит не страшен. Пусть себе слабонервных пугает, бросая в окна пригоршни снега. А если в этот день сырость и снег, быть оттепели до 4 декабря. Какая погода на дворе, не имеет значения. Ведь это самое лучшее время для взаимодействия с древними славянскими богами. К этому призывает нас и Велесова книга. Поучимся старине и вручим души наши ей, ибо есть то наше, от богов идущее. Колы наши сотворяем, и Божью силу зрим в себе. То, что дано, дар богов, и на потребу нам, а не напраслины. Так уж делайте это, если хотите достигнуть победы. Лучше такое взаимодействие проводить на местах силы. Они усиливают идущие энергии, гармонизируют и способствуют принятию их для тела и души человека. Праведный родич, тот, кто живет по совести и правде, придя на такое место силы, чувствует энергии, силу звездных чертогов, то сияние, которое они дарят земле. Во времена ведические боги могли проявляться на праздниках, во время славления, гимна. А также сами люди, обладая духовной чистотой и видением, могли видеть эти силы и взаимодействовать с ними, получать и делиться информацией. Через бескровные требы на проводимых обрядах и святодействиях мы передаем силу, энергию душам родичей, живущим в намерии. Силы нашей любви, нашего душевного тепла и света, наше внимание озаряет миры, где живут души ушедших, оттого становясь сильнее, могущественнее. Рода крепнут, и уже с высоты и мерности и намерия могут помогать нам, людям, живущим в нашем явном мире. От этого крепче становится связь между мирами, связь поколений, и наше родовое древо распускается, напитываясь живительной влагой из самых тайных и волшебных родников наших душ. Необходимо возрождать, закреплять и приумножать связь поколений, восстанавливая родовую память. Время летит с необычайной скоростью. События и факты прошлого не должны стираться в нашей памяти. И только мы в силах сохранить традиции и обычаи предков. Иначе сквозь пальцы опущенных рук время утекает. И какое будущее тогда всех нас ждет? Братья месяцы.